πια από τον χρόνο, με πατήριμα καπιτάλι. Ленинград, я Санкт-Петербурга вообще не видел, но Ленинград прекрасный, Армитра, очень много, много. А в Польше вы из какого города? А в Польше я живу теперь на Силезии, Катовице, Краков, Тихо, я точно живу в Тихо. А в Лондон как давай? А в Лондон 12 лет. Это моя большая ошибка, что я приехал. Я прожил раньше 16 лет в Германии. Там в Германии намного лучше. Такого расизма, как здесь, нет. Я недоволен этой дискриминацией, которая есть в Великобритании. Мы поляки, я поляк, я точно поляк, я приехал, я плачу налоги, но ничего, такой же дискриминации, как здесь, это непонятно. Раньше, как я приехал в 2004 году, было хорошо, но теперь с каждым годом хуже. Это правительство, британское правительство, что случится в финансах иммигрантов? Не только поляки, то тоже болгарцы, румыни, мы все во всем виноваты. И это такое же дело. Только с Восточной Европы мы виноваты. Они не будут трогать черных, не будут трогать мусульман, потому что это дискриминация. Но поляки в Восточной Европе можно трогать, это можно наплевать в глаза, это не проблема. Что вас обвиняют? Я был очень дискриминированный черный человек, черный супервайзер, черный начальник. Я пошел в суд. Ну что я получил? Програл employment tribunal, appeal employment, High Court, Strasbourg, против британских профсоюзов. 3 июня, у меня был суд против британского профсоюза GMB. Это невозможно получить справедливость в этот кантри, в стране. Извините. Потому что только если ты иностранец, сразу ты виноват. Это невозможно. И мы там здесь приехали, чтобы показать, что мы не только как дураки работаем. Мы умеем говорить. Образование у нас намного лучше, чем у британцев. Но все равно это не важно. Не важно, что приехали, что мы испытываны люди. Но здесь они нас обвиняют. Что бы ни случилось, чтобы не случилось. Так как было во Второй мировой войне, Deutschland für Deutsche, Ausländer Reich, потому что был один год преподавателем немецкого языка, так то же самое есть в Лондоне, в Великобритании. British job for British people. Это мы теоретически, мы члены Евросоюза. У нас теоретически нам нужно, чтобы были все новые самые права. Но только теоретически, практически, пойдешь все, никаких шансов у тебя нет, потому что ты иностранец. Я думаю, что эта страна хуже всех. Это уже я могу сказать, то не уже расист, это нацизм. Нацизм, что было в Германии в 1933 году. Я прожил 16 лет в Германии, но Германия изучалась своих ошибков. Но Великобритания, она думает, что только они вообще руководят всем миром. Спасибо. Хорошо. Представьтесь, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Ну, я теперь работаю на стройке, как трафик-маршал. Но я все умею делать, я по-разному делал. Но пока
Я работал 11 лет в разных, только потому, что я пошел в профсоюз, GMB, британский профсоюз, мы увольнились с работы. Знаешь ты, это невозможно, что так и происходит. Это, наверное, в России, где-то в других странах, в Германии, в других странах профсоюза не происходит, но только здесь. Если хочешь, моя фамилия Марьян Мечиславович Лукашик. Марьян Лукашик. Прошу, пожалуйста, посмотреть в мое досье в Google google.ru. Там все можно. Больше спасибо. Спасибо большое. Не за что. Спасибо.